Любители популярного британского телесериала «Аббатство Даунтон» теперь смогут почувствовать атмосферу Англии начала 20 века изнутри. В Нью-Йорке открылась выставка, воссоздающая интерьеры фильма. На трехэтажной интерактивной экспозиции несколько полностью оборудованных комнат из замка, в котором жили главные герои сериала. Здесь кухня, зона прислуги, столовая и спальня одной из героинь. Среди первых посетителей выставки актрисы Софи Макшера и Лесли Никол. Они сыграли героинь фильма Дейзи и миссис Патмор. Ощущение, что оказалась в том доме. Потрясающе, очень красивая выставка. У нас просто наворачиваются слезы. Здесь представлены и предметы быта. Среди них полный набор фарфоровой посуды и колокольчики, используемые в столовой семьи Кроули. Кроме того, здесь можно увидеть более 50 костюмов, 26 шляп и 4 свадебных платья, которые надевали актеры телесериала. Люди могут посетить замок Хайклер, реальное поместье в Англии, но они не могут увидеть замок телесериала, ведь фильм снимали на киностудии на западе Лондона. Теперь же все это можно увидеть на выставке. После Нью-Йорка экспозиция отправится в другие города США. Напомним, премьера сериала «Аббатство Даунтон» состоялась в 2010 году. Заключительная серия вышла в 2015. За это время телесериал стал обладателем 54 премий. Среди них 3 премии «Золотой глобус» и 6 премий «Эмми». Oh, how exciting. I'm looking forward.